Всем привет, с вами Басон, и мы продолжаем проходить игру Alan Wake. Так, нам позвонил наш похититель. Сказал, что мы шли на пик. Так, нам нужно через здание уйти. Так, куда нам? Так. О. Так, фаеры, патроны к револьверу. Так, давайте свалим отсюда нафиг. Так, точно в голову прям убивает. Мужик, не подходи ко мне, я обиделся. Ух, ё! Еще зашибет эта дура. Так, патроны. Слава богу. Так, патронов у нас максимум. Ну, пошли. По две пули нахлебало. Так, нам сюда. О, какая-то хрень там. Все? Да ладно. Вы что, шутите? Они после гранаты даже живые, что ли, там остались? Тут гранат-то убивать любого, а тут эти остались живы. Что это за хрень такая? Да, веселая штучка там проползла мимо нас. Так, пройтись не получится. Зато машинка есть. Бибика, поехали кататься. На бибике будем кататься. Ну блин, нас собрать бы всех.
Так, минус 2 сразу. Так, идите все ко мне. Промазал. Так, все. Вроде всех. Так, что у нас здесь есть? О, сигналка есть. Так. Ни хрена себе тут летают. Что это с ней? Так, где вы там все? Так, нашел вас тут троих. И еще двоих. Где-то там. И один остался, где-то тут еще и бродит, вот он. Вроде все. Так. Что у нас здесь? Здесь патрончики, батареечки. Ты чувак. Сдох. Блин, не знаешь, такие неожиданные выпады из-за угла. Так, надо все перезарядить. Так, фаеры. Батарейки.
Так, я уже понял, что нас здесь ждет. Что-то вы какие-то, блин, резкие пацаны. Как понос прям. Даже ничего здесь не оставили, а? Ну, совсем резкие. Все, наша страница... Что тут было написано? Follows. Ё-моё. Я уж думал, нас сейчас раздает этим деревом. Так, открываем. Ладно. У нас тут гранаты. Давай, бери. Так, все говно зачистили. Ух ты, ё-моё. Ребят, ну... Не серчайте. Это было заведомо известно, что он гранаты... Светит. Да сколько ж вас тут, а? Еще два. Привет, малыш. И пока. Так. Больше у нас пока здесь ничего нету. Там у нас ничего нету. Может, какая заначка? Что-то здесь зацепил, походу, какую-то грязь. Ладно. О, листочек еще один. Сколько, интересно, уже их собрал всего? Главное, чтобы сейчас никакие тележки жевать не начали. Да они еще как и живут. О, хороший тайничок. Световые гранаты. Мужики, да вы чё? У тебя что, башка, что ли, бетонная? 5 патронов в голову, и он целый.
Череп на терминатора. Че, я застрял, что ли, тут? Так, патроны. Что у нас тут еще? Ух ты, патроны. Так, больше ничего нету. I was going to give the kidnapper all the manuscript pages I had for Alice. If that wasn't enough, I'd hold him at gunpoint and make him talk. О, пампусик. Вот он-то получше. И моя радость, усни. Дроби въебала б ты получи. Чё, всё? О! Привет, мой маленький сладенький. Откуда же вы, мать вашу, берётесь? Такое все размытое. А, то есть вы еще будете появляться, что ли? Что-то мне кажется, что этот помповый не очень. Ребят, вам подарок. От фонарика к фонарику бегать, что ли? Зашибись всех! Блин, туда я не пойду, нафиг вас, и в баню, я пойду лучше дальше. У нас так патронов не напасешься. Если так бегать по фонарикам. Чё за нафиг тут? The
dark presence was moving ahead of me in the same direction I was going. A cold feeling settled itself in the pit of my stomach. Was it going for Alice? Кресты какие-то. Могилки, что ли? На кладбище попали. Вы что, все что ли здесь? Двоих, по крайней мере, накрыло. А, то есть это реально кладбище. Давай, давай, мой маленький бегун. Ты где тут бегаешь? Сраный спидран нахрен. Иди сюда. Харе бегать. Да ёкарный бабай. Сдохни. Добегался, блин, Бобик. Блин, а ракеты так, эти гранаты закончились. Не самая лучшая новость. Батареечки. Че, и все, что ли? А, то есть надо было типа до света добежать. Так, тут у нас вагонеточки. Чую, чую. Опа, нас здесь ждет. Большая такая. А сюда попасть можно? Тем более город-призрак. Ах ты! Как же я получил по морде? Ох, ё! Живи, Алан, живи! Даже за стенкой стоя получил по хлебальнику. Блин, сначала остановись здоровье, потом пойду дальше, нафиг. Такой экстрим не нужен. От одной только машины в хлебальник все здоровье сняли. Так, погнали. Я, блин, не хочу, чтобы мне что-нибудь тяжелое и большое прилетело. Так, передохнуть. Что у нас здесь? Зайти можно куда? Так, вход-то есть здесь? Блин. Блин, 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 боюсь идти. Ух ты. Еще как трактор полетит в меня. Очко хоть когда втелетит все, что не попадя. Батарейки. Идешь такой, идешь, у тебя так хоп, машины прилетает. Или еще что-нибудь тяжелее, типа вагона.
Там ничего нету. Так. Тут у нас тоже ничего нету. Блин, реально, как будто в город-призрак пришел. Так, тут мы были. Были. Ой, чую я. Жесть. Валим оттуда нафиг. Ух, ё. Жарим, 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 жарим. Минус одна. А вот там я не знаю, что сейчас летает. Там сейчас, наверное, много чего летает. Так. И что-то должно быть еще там. Или все? Еще дополнительная загрузка нам. Валим! Пока тележки нас не завалили. Тележка псих называется. Все, тележка готова, остался вот этот психтрактор. Зашевелилось тело. Фух. Накидаю лучше я батареечек. То черт знает, что здесь творится, может, сейчас. А то сейчас тут какая-нибудь хрень выльет целый вагон, блин, в голову. Сейчас накарку чувствую на свою задницу, эту фигню. Че тут у нас? Паровоз какой-то старый. Жарим, 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 жарим. Так. Оставшуюся часть. Блин, батареечек лучше не пожалеть. Урон он никакой не получает. Он только от света. Паровоза, блин. Целый паровоз, блин. Срань господня. Накаркался, блин, целый паровоз. Город-призрак, блин. Ключи какие-то нашел. О, термос. Это для достижений. А вот как раз и ключи, надо было искать их. А я нашел заранее сразу. Че у нас тут? Файер очередной. Так, батареечки вон. Anything outside of riding is a struggle. I feel ill. I managed to make my way downstairs. There's a shoebox filled with books and papers by Thomas Zane. It's very hard to focus, but I managed to read some of it. He's a poet, and a good one.
Типа, он смотрит на себя, что ли, что такое? Так, что у нас было? Охотничье ружье. Вот охотничье ружье — хорошая вещь. Один выстрел, один труп. А пампушка сколько у нас? А, всего 5. Лучше взять охотничье. Так, этот заряжен, тот заряжен. Вышли на прогулку. Блин, ну и лесоповал там идет. Давай, давай, ползи, Алан. Побежали отсюда нафиг. О, что тут у нас? The kidnapper had sent me a text. The message was full of spelling errors and insults. It was telling me to hurry up. Так. Тайничок. Что у нас? Ну, здесь гранаты. Ну ничего, так, в принципе, сойдет. Только почему он сразу включает на сигналку? Блин, конечно, мир здесь большой получается. Birds. Так, лучше их сжечь заранее. А то они сейчас нападать начнут. Блин, а? А чё за подлость закон такой? Успел. Есть одна пачка. Ну-ка. Есть. Вторая пачка ушла. А, блин, 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 блин. Куда ты? Фу, я думал, сейчас свалюсь нафиг. Откуда вы, мать вашу, лезете-то, а? Туннели, блин, теперь. Шахты. Блин, тут вообще теперь непонятно, куда ползешь. Налево. Не пойдешь. Зато справа очково.
Что там написано? Опа. Что у нас тут? Ничего, а сверху? Фаеры, фаеры. Так. А там был еще один путь куда-то. Куда же он нас ведет? Куда это мы ползем? Without warning, the headache stabbed at my brain. Че это было? Что это здесь такое? Воспоминания какие-то начинают лезть. А, здесь вода. Как раз таки нас того озера, в котором утонула Элис. Или пропала. Если так далеко нужно пройти, чтобы получить обрывок. Гранат у нас нету. Так, здесь что у нас? Пипец, он весь какой-то задохлик. Еще один листочек. Зашибись. Нам тут все завалили. А оттуда, как обычно, к нам идут друзья. Мужик, ты на кого кувалду разинул? Так, патроны. К револьверу. Как раз в тему. Потому что я всех расстрелял. Ружье возьмут, постреляю. Так, здесь ничего нету. Здесь никаких нычек. Завалы.
to make my way up this mine shaft in order to go on. Maybe the machinery could help me with that. Фу, ну я думаю, мы на этом как раз таки закончим прохождение данной части игры. Всем спасибо за внимание, ставим лайки, подписываемся на мой канал, оставляем комментарии под видео, ждем дальнейшего прохождения игры. Всем удачи, всем пока, с вами был Басон.